название? Называется, короче, Мелый город. Милый город, Мелый Харьков. Более подробно. Рисуется мелом, короче. Детский мелок такой. Тынч достаем, 7 гривен стоит. То есть, в принципе, у нас велосипед как является к мольбертам. Натираем. И отбиваем, например, крышу здания. Нет, то есть у нас X, Y есть. Вот мы отбили уже дом. Эпюр, стретч арт. Привет. Здесь Привет. Мастер-класс происходит. Где? Вот прямо здесь. Ух ты. Велосипед – это мольберт. Да. А, резинки – это резинки, а мел – это мел. И можно таким вот таким эффектом, чтобы она дальше дала? Можно, чтобы она размывалась, это как память, по сути? Это лак? Да, для волос. Память о городе. О нашем всем. Можно, если не дашь. Блин, как классно приходят такие кислотные моментики. Прям можно так вот отдавать, как расслоение памяти какое-то, да, например? Такое, тынь, то оно есть, то оно его нет. А вы тоже художники? Ну, мы немножечко. Но мы больше как бы интересуемся. Смотрите, вот молодой человек. Это опыление здесь, да. Я единственное, я как бы избрал мел, потому что краска может обляпать сильно. Я сам обляпываюсь иногда, а это как бы опыление идет. Рисует и не обляпывается молодой человек. Влас Белов, талантливый харьковский художник. Здесь ничего такого как бы особенного секретного нет. Это просто работа немножко, ну как сказать, альтернатива каким-то изображениям. Манерам изображения на другие, например, как акварель там. Арт без труселей. Да, 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 да. Это же резинка, а то что... Здравствуйте. Вот художник, смотрите, рисует бесцветным лаком, получаются полоски. Бесцветным лаком? А чем цветные полоски рисуют? Он, вот смотри, на земле есть невидимые линии энергетические. И вот этот лак, который сделал этот художник, он берет бумагу и дует лаком, и эти линии, они проявляются на бумаге. Так много линий. Вот эти все тонкие энергетические моменты, вы понимаете, девушка? Вы сами-то рисуете, рисовали когда-нибудь в жизни вообще? Ночь музеев. Ночь музеев. Сегодня, 21. Night Museums. Стреча. Да, и здесь момент то, что это рождается не только картина на этот, а здесь какое-то, ну, может быть, течение какое-то интересное рождается. Слушай, мне нравится, что со временем, когда слоев лака становится больше, то оно реально пространство возникает, ага. И цвет держит.